«Счастлив тот, в ком детство есть». Люберчане решили последовать словам Мэри Поппинс. В Наташинском парке прошел ежегодный фестиваль «Город детства». На празднике побывала и наша съемочная группа. Парад колясок объявляется открытым. В этом году темой шествия выбрали транспорт, самодельные автобусы, машины времени и даже квадрокоптер с пилотом на борту. Наталья Левина участвует в параде первый раз. Вместе с сыном Алексеем сделала необычную машину. Он вездеходик. Не только можно летать, но и ходить по льду, по снегу. Это удобно, комфортно и очень быстро. Мой сын, ну то есть где творится преступление, совершается, он быстро прилетит на помощь, всех спасет. Он самый справедливый полицейский. В параде колясок участие приняли 13 семей. Организаторы фестиваля подготовили также познавательные, креативные, кулинарные мастер-классы и концерт. Также у нас состоится заезд на беговелах, на талакарах, на самокатах. Мне кажется, сегодня такой тон мероприятия, это должно быть много улыбок и смеха, да, чтобы он был яркий, чтобы он был запоминающийся и потом много-много фотографий. Участницы «Мамы офлайн» организовывают фестиваль «Город детства» с 2019 года. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.